Фастарс. Все в твоих руках. Здесь именно ты указываешь шанс выигрыша. Играть просто. Делаешь любую ставку от 1 рубля и выбираешь шанс на победу. Чем меньше шанс, тем больше выигрыш. Нажимаешь «Играть». Ползунок остановился на зеленой полосе. Ты выиграл. Деньги мгновенно можно вывести на Киви, Яндекс.Деньги или банковскую карту. Давайте посмотрим теперь следующее видео, которое называется «Топ-моменты с Твич». Вот так и попадают за решетку. Как вам такая идея? Давайте смотреть. Обернись. Занято. Хуянито, блять. Куплено. Оборачивайся, там занято. Куплено, блять. О, что-то нервишки сдают, блять. Нервишки сдают. Ты мемный чел в жизни. Прикольно. Оп-оп-оп. Кого? Ну что, ни разу не попал. Так бывает. Я ни разу не Жиза. Попал. Страна США, очевидно, да? Угу. Америка еще не. А что они делают? Вы это слышали? Наздюля. Наздюля делает. Тень как бы намекает. А че тень? Где тень? Блять, ебать, я обосралась так пассивно, но я так пассивно обосралась, это пиздец, чуваки. У меня первый раз в жизни такой пассивный обсёр, мне аж в голову отдало это пиздец. Знаете, я испугалась, а потом испугалась и уже не боялась, но заорала, и при этом сердце быстро стучало. Это как понимать вообще? Капец, это так страшно было, реально. Пассивный обсёр, это жестко, типа, ну... Девочка, блядь! Ой, ты... блядь, она опять появилась! Ну да ладно, бедненькая моя, нахуй, что с тобой не так? Я воспользовался тем, что я веном. Там конец уже, смотри, там конец уже. Конец? Ну смотри, полез, полез, смотри, полез. А это как повезёт тебе по таймингу? Я на самом деле... Блять, я понял, что я повзрослел, когда я смотрел порнуху, блять, и увидел там какую-то охуенную плитку, я такой, ебать. И типа что? А она действительно хорошая, блять, надо найти похожую по себе сделать. Плитка? Запустите его, побери. Давай, давай. Сервер лагает. Шорт упал. Ладно, 64 тикрейт просто, парни. Где 128, Габен? Габен, где 128? Я учился, думаю, многие со мной согласятся, что такие чучела напыщенные, как ты, много себе позволяют. Думаю, будь попроще. Чел, я просто сижу, играю в компьютерную игру. Ты до меня доебался, хуесос обдрипанный, блядь. Осуждаю, полностью не согласна с его словами. Я извиняюсь за его слова, я с ним полностью не согласна. Я когда учился, блядь, в школе, с 5 по 6 класс я выталкивал нахуй людей, блядь, из клуба. Даже не бил, не пинал, ничего, я их выталкивал нахуй. То же самое, блядь, когда в гимназии учился, с 7 по 9, блядь. Меня было бесполезно пиздить, потому что, блядь, кулак впитывался в жир, блядь, просто нахуй людей выбивал, блядь. Интересно бы, блядь, что ты со мной сделал. Может, сотку, блядь, в очко себе засунуть. Что делает? И я прям в этот же момент кончаю. И получается так, что я кончаю... Не благодари, Паш, не благодари. Кончаю прямо в глотку, прикиньте. Так, стоп. Я видела этот клип где-то. Я не думала, что эта история будет продолжением. Red House, плешивый дурак, ты не заебался еще деградировать? Нахуй мы смотрим эти клипчики ебаные? Ты что, сука, в 2005 году ща? МТВ смотришь и Муз-ТВ. Ты уже даже видосы довел до деградизма. Дебил, бля. Ебаный, сука, заменитель телевизора. Ты еще пусть говорят, включи. Не забудь паров флить, как всегда. Сядь ты сейчас паров лишь, как всегда. Это не телевизор, нихуя, я просто сейчас... А, Defense of the Ancient, это Dota 2? Вы меня опять наебали? Вы что, меня опять наебали? Вы че, реально меня опять наебали? Так что это за игра была? А что это тогда за игра была? Дота реально даже
расшифровывается как Defense of the Ancient? Пиздец, в натуре! Я не знала. Капец. А я... Получается, я загуглила... Ой, я сейчас сфоткала, потом бы я загуглила Defense of the Ancient 2, и мне бы вышло Dota 2, да? И, типа, вы мне так затроллено, да? Там было бы написано... Defense of the Ancient 2, блядь. Blood Trail, парни. Пипец. Я сегодня расслабляюсь, понимаешь, сегодня такой день, как бы, расслабления. И вообще, ты обзываешься, и ты бум. Monster in your room! Monster in your room! Monster, спасибо большое, Twitch Prime, спасибо большое. Я сфоткала, спасибо. Monster in the room. Бля, может у меня Monster in the room? Ты, блядь, скверно у тебя на языке. И гниль в жопе. Понял? Все, спасибо за сочку. По поводу очка, мне помогали с этим товарищи. Ну, естественно, мне кажется, у всех было так. Кто служил, тот знает, тот поймет. Особенно ночью, когда приходишь, тебе очень скучно, сидишь на очках, убираешь их, моешь. Владимир, мы, кажется, разговариваем про разные очки. Я имел в виду туалет. Туалет. Я не поняла мема. В чем ты клал? Видишь, Алох не посчитал, что ты разобрался дальше. Спасибо большое, солнышко. Спасибо. Ну, на Free Fire. Как называется продолжение Наруто? Баруто. Наруто Шипуден. Это за 100, да? Да. Нет, неправильный ответ. Там пацаны просто фигачат. В смысле, Наруто Шипуден? Баруто. Наверное. Я не смотрел, я, кстати, но знаю. Сейчас Алоха нас разорвёт салат просто. Если ещё я играть не буду! Есть Наруто, потом Наруто Шипуден, а после Наруто Шипуден идёт Баруто, после Наруто Шипуден. Если чё, бери мне очки. Ебать, у него меньше всех! Это Шипуден, то это Баруто, а после Наруто Шипуден, верни мне очки, я не тролль, я вообще... Это золотые цитаты, реально. Я бы с удовольствием, брат, Вот шкаф. Карта. Парни, поваляюсь немножко. Выхожу червячком, черепашкой. Мем. Вызывайте экзорциста. Вызывайте экзорциста. Спасибо. Срочно. С днем рождения, старая манда! Капец! А почему она... А почему так это работает? Это, блядь, харчо, блядь. Это не харчо, ел это харчо, ёпта, который готовит. Это харчо, ёпта, мне, блядь, в сердце, блядь, поварское. Они харчо, ёпта, никогда не делали. Харчо, блядь, это вкусно, кстати, тупо, очень, блядь, вкусное блюдо. Вот это, блядь, было, а не харчо, блядь. Вчера то поел это харчо. Пиздец, блядь. Подписывайтесь, приходите ещё завтра, девочки. Спасибо, большое. Кто это? Офигеть! Ребят, вы как бы немножко руки попридержите. Спасибо. Офигеть, малые. Вот так вот люди и попадают за решетку, если что. Я бы сказала, что им, ну, типа, лет 17-18 всем. Давай, помоги добить. Вот так ему, нахуй, ебаный, да. Вот он просил просто. Вот давай, ёбни его, на нахуй! Давай, мантирот, это нормально. Ой, блядь! Кстати, такое часто происходит в РП, в ГТАшке. Ой, машина. Где сестрёнка? Вы мне ещё больше больно сделали. Зачем вы мне ещё больше больно сделали? Зачем вы мне ещё больше больно сделали? Зачем вы мне еще больше больно сделали? Вы мне еще больно сделали, больше. Как бы это играет Эрик Давидович. Че, может, с Рамизом играть в ГТАшке? Добрый вечер. Добрый, братан. Извини, братан, это твоя женщина. Пока я не забыл. Opening Overlord.
Чё, блядь? Что это за мужик такой, нахуй? Мой повелитель, моя колыбель. Что за песня? Боже, какая песня! Я знаю, что за песня! Плохая девочка. Боже, какая песня старая, вы ее помните вообще? Боже, какая крутая песня. Это полный пиздец. Потому что перед отъездом в Питер осталось буквально несколько дней, чтобы до Питера отстримить. А когда мы в Питер едем? 17-го утра. А сегодня что? Давай. 13-е. Сегодня 13-е? Через 4 дня. Сегодня же опасный день, сегодня пятница? Да, суббота. Нет, суббота. Повезло, конечно. Так бы нельзя было стримить, потому что пятница 13-е, мы его нахуй знаем. Кто знает, что произойдет, блядь, мы его в пизду, блядь. Не, вот реально так было или это? Просто вдруг кто-нибудь видит. Блять, там сзади тёлка проходила. Ебаный народ, блядь. Я вот там спросили, мы пары. Как мы теперь будем тёлок цеплять, это вообще? Вы чё сдуваете? Вы чё сдуваете? Это шок, ребята. Здравствуйте, мой сын взял деньги с нашей карточки и скинул вам во время трансляции 500 рублей. Хочу их вернуть. Это мем на самом деле. Это шутка, я думаю. Стрелять. Он уснул? Я хотела выстрелить. Ясно. Что это было? Бля! Ай, Apple High! А сколько кидать? Всю пачку, чатик? Ну всю пачку, она там умрет. Давайте, ладно, всю пачку кинем. Все, текай. Как Оринян!